Фрагменты из повести о настоящем человеке Бориса Полевого читает Игорь Кашин. Летчик Алексей Мересьев попал в двойные клещи. Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили 4 немецких самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром. Такие случаи тогда бывали. Алексей сам видел, как однажды звено истребителей под командой его приятеля, героя Советского Союза Андрея Дегтяренко, привело и посадило на свой аэродром немца-разведчика. Мересьев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя, но немец успел вовремя нажать гашетку. Подшибли. Алексей успел свернуть в белую муть облака, сбить со следа погоню. Но что же дальше? Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело. Падая, самолет задел верхушки сосен. Это спасло ему жизнь. Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей вспомнить не мог. Потом из хаоса вышло что-то большое, горячее, неопределенных форм, и задышало на него жарким смрадом. Он попробовал отстраниться, но тело его точно влипло в снег. Томимо безотчетным ужасом, он сделал рывок и вдруг ощутил морозный воздух, ворвавшийся ему в легкие. Холод снега на щеке и острую боль уже не во всем теле, а в ногах. Он сделал движение, чтобы подняться, и услышал возле себя хрустящий скрип наста под чьими-то ногами и шумное, хрипловатое дыхание. Немцы. Тотчас же догадался он, подавляя в себе желание раскрыть глаза и вскочить, защищаясь. Приоткрыл глаза шире и тотчас же плотно зажмурил. Перед ним на задних лапах сидел большой, тощий, ободранный медведь. Медведь неистово заревел, схватил комбинезон зубами, защемив через мех и вату тело. Алексей последним усилием воли подавил в себе боль, и в тот момент, когда зверь вырвал его из сугроба, вскинул пистолет и нажал на курок. «Жив! Жив! Жив!» – мысленно повторял Алексей. И весь он, все тело его ликовало, впитывая в себя чудесное, могучее, пьянящее ощущение жизни, которое приходит к человеку и захватывает его всякий раз после того, как он перенес смертельную опасность. Повинуясь этому могучему чувству, он вскочил на ноги, но тут же, застонав, присел на медвежью тушу. Боль в ступнях прожгла все его тело. Обе ноги никуда не годились. Очевидно, когда удар самолета по верхушкам сосен выбросил его из кабины, ступни что-то прищемило и раздробило мелкие кости плюсны и пальцев. И он решил идти. Идти на восток, идти через лес, не пытаясь искать удобных дорог и жилых мест. Идти, чего бы это ни стоило. От боли и напряжения через несколько шагов начало кружить голову. Приходилось стоять, закрыв глаза, прислонившись спиной к стволу дерева или присаживаться на сугроб и отдыхать, чувствуя острое биение пульса в венах. Так брел он еще 2 дня по снежной дороге. Ступни окаменели и ничего не чувствовали. Алексей питался молодой сосновой корой, которую на отдыхе сдирал кинжалом, почками берез и лип, да еще зеленым мягким мхом. Он выкапывал его из-под снега и на ночлегах вываривал в кипятке. На 7-е сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него в южной ночью звуки отдаленного боя. 2 вездехода, сожженные, багровые, с черными обугленными внутренностями, стояли впритык к броневику на темном от гари пепла и угольев обтаявшем снегу. А вокруг, на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах валялись тела немецких солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом, скрытая снежной пеленой вьюги. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. Бормоча себе под нос: «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо», Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил на нее всю тяжесть тела
с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб. Он свернул с дороги на снежную целину.